Итак, всем привет! Погнали! Как выгрузить компании из интернета в Google AdSense Editor из вашего аккаунта? Соответственно, заходим, открываем аккаунт. Вот он у меня уже открыт. Вам стоит его открыть. И здесь у меня старые какие-то дела сделаны. А мне нужно вот эту вот компанию получить последние изменения. Соответственно, я беру основные данные и... говоря, скачиваю. Мне нужна только выбранная мной компания. Вот это вот. Так, что там пишут? Все. И окей. Вот быстро достаточно очень выгружает. Скачивает. Пау. Группа объявлений готова, ключи готовы. Все. Привет. Компании здесь. Соответственно, компанию выгрузили. Это все очень легко. Как с ними работать, расскажу в следующем видео. Всем пока.